Сегодня президент Ингушетии Мурат Зязиков встретился в Магасе с членами детской юношеской футбольной команды «Ирзи». У себя на родине юных спортсменов считают настоящими героями. Ингушская сборная выиграла первенство России по мини-футболу среди юношей и девушек. На соревнованиях, которые проходили в Рязани, футболисты из Ингушетии обошли почти 600 команд. И теперь команда будет представлять нашу страну на детском чемпионате мира по мини-футболу в Париже.